Приветствую вас, зрители моего канала. Часть вторая. Зажигательная камера пиролизного котла. Трубашку котел одели, сварили. Задний кожух приварили. Трубу на уходящие газы. Вот. Что внутри у нас получилось? Так вот, вроде хорошо видно, более-менее. Вот, ну это все будет зачищаться. Здесь будет фланец. И фронт горелки. Вот. То есть под котел раму сварили. Прессовали его. Знаешь, на сегодня у нас он прессовочку немножко не прошел. В двух местах поры обнаружены. Вот. Ну что здесь дальше будет? Здесь будет врезка. Здесь будет врезка. Эта врезка будет под подачу. Здесь будет врезка сороковая под сбросной клапан. Вот. Здесь будет люк. Вот. Люк нужен для, если в камере будет взрыв, взрывной клапан. Вот. Из асбеста, ну, разряжается пластина, вставляется сюда, закручивается.